Всем привет, друзья, с вами Бабкин, и да, вышел новый Айзек, перерождение. Релиз примерно задержали на минут 40 или час, я все в надежде тыкал на ярлык, чтобы запустить игру, но она не запускалась, и спустя только час я смог ее запустить. Ну, собственно, давайте начнем. Окей, что у нас тут? Разрешение экрана так, собственно, и не сделали, но ладно. Зато фильтр сделали какой-то. Без разницы, давайте. Итак, у нас есть Айзек, Магдалина, Каин, Иуда у нас закрыт, Ева, окей, Самсон, Азазель, какой-то Лазарус, Иден или Эден какой-то, непонятно, и рандом, окей. Блин, а там была сложность какая-то, видели? Типа нормал и хард. Ладно, потом посмотрим. Есть сокровище. Firemind. Прикольно. Блин, я тащусь. Просто тащусь. Хорошо. Интересно, черепки можно взорвать? Воу. Ничего себе. А ну-ка, поджечь можно? А что, если вот так сделать? А, она взрывается. Окей, будем знать. О, блин, это просто круто. Это игра года. Я ее ждал. Вы не представляете, как я ее ждал. Отлично. Я не знаю, можно ли взять. Окей, давайте подождем, пускай костер, огонь этот погаснет. Ключик, да? Блин, настолько крутая анимация, все так плавно. Так, а пилюля у нас, по идее, на Q, да, юзается? 48 часов энергии, что-то. А почему я взять не могу? Непонятно. Может быть, нужен какой-то скилл? Хера себе, паук. Воу-воу, паря, успокойся. По идее, нужен какой-то скилл. Ну, я не знаю, есть смысл открывать... Что там может быть? Скорее всего, магазин. Не знаю. Я хочу рискнуть. Во, все работает. Кстати, теперь, по-моему, вот этого чувака можно взорвать. Я не уверен, но, скорее всего, да. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас за босс. Слабак, по идее. Окей. Воу, что это было? Мухи взрываются или что?
В общем, крутой грибочек, я вам скажу. Бустанул меня неплохо. Чё? О, я знаю. Нужно было сердечко, наверное, не юзать пока. Боб's Brain? Бобовые мозги или что, блин? Жесткатька. Что? Воу, смотрите, то есть я его типа запускаю. Ладно. Крутяк. Обратили внимание, что я теперь могу зайти еще раз? О, я же говорил. Можно взорвать его. Хорошо, все очень круто. Мне нравится. Это, блин, это крутая игра. Ох, я буду в нее задротить. Так и знал, так и знал. Хорошо, давайте сюда зайдем. Крутая музыка. Так, этот монетки жрет. ХП ап. Окей. А, смотрите, вот мидбой опять. Я уж думал, какие-то бомбы крутые можно поднять. Хорошо. Так. Чё эти мушки делают? Ага, ничего. Воу. Пердеть не нужно. Чё это такое? Понятие, какая-то какашка. Я не успеваю просто читать. На Вики, наверное, в ближайшее время я тоже заходить не буду. Не буду себе портить впечатление от игры. Узнавать много чего. Я буду чисто по опыту играть. Так намного интереснее. Так, тут сердце есть. Есть два ключа. Какой-то засохший лук. Я помню, был обыкновенный. Toxic Aura Tear. Окей. Музончик, конечно. Шикардос, просто шикардос. Я тащусь. Ну-ка. Вот не шути со мной. Воу. Я же говорил, не шути со мной. Мудак. Чё это было? Чё? Может быть, мои слезы взрываются, а? Давайте сюда. Да, вроде не взрываются.
Но они пролетают, видите? Пробуем. Нет. А чё не взрыва... О, есть. Просто они пролетают через предметы. Хорошо. Но этого парнишу я трогать не буду. Так, вроде ничего не забыл. Магазин, но я не знаю. Это, наверное, ж магазин, правильно? Я там все равно ничего не куплю. Спиддаун, но это плохо. О, монстра, привет. Да, какие-то взрывы были. По идее, это мои слезы взрываются. Угу. Булавочка. Тоже неплохая, по идее. Смотрите, серое сердечко. А мне кажется, это с говном связано, да? Или нет? Блин, столько нового, это круто, это просто круто, я тащусь. У меня одни эмоции от игры. Давайте проверим. Ну, это обыкновенная была пилюля телепорт. Во. Кому тут везет? Потерянная страница какая-то там. Я реально не успеваю читать. О, смотрите, он со страницей ходит. Круто, какой-то новый автомат или что? Ну, это я куплю, а что тут? Чё, типа донат? В чем прикол? Не надо меня дурить, слушайте. Охренеть, какая-то подстава. Ну, я думаю, если там закинуть до хера монет, возможно, что-то и получишь. Не знаю, если честно. Хорошо, давайте, следующий уровень. Ну, надо еще посмотреть, что там за ачивки у нас. Интересно очень. Живые какашечки. Это не какашечки. О, открыл уже персонажа и получил ачивку. Что это такое? Вау, он меня притягивает. Мне нужен ключик. Так, нехорошие пауки, слушайте. А где мои мозги? А, это мозги взрываются. Да,
Да или нет? По идее, да. Или нет? А, блин, не... Так, арена. О, заметьте, не один сундук, а три сундука. Вот это я понимаю халява. Ну, относительная. Можно взять и сделать телепорт, слушайте. Воу, что-то... Бомба-тролль. Нет, это не мозги взрываются. Так, аккуратненько. Кстати, эти взрывы, они меня тоже коцают. Пилюльки. Какой-то А, это хорошие пауки. Окей. Помните, были хорошие мухи? Вот, хорошие пауки. Рейнджап, отлично. Две пилюли телепорта. Давайте, пробуем. Заберем пилюлю на всякий случай. Червячки ползают. Блин. Круто, просто круто. Насколько я знаю, тут уже наискосок нельзя пробежать. Ну, то есть, если вы попробуете наискосок пробежать между иголками, то, скорее всего, равно вас заденет. Блин, а что это такое? Может быть, это сердце, которое может потом полноценным стать, или как? Блин, не знаю, ребят, не знаю. Я ключик специально взял, чтобы... сюда сходить. Чё это такое? Воу, смотрите. Круто, просто круто. Сейчас будем нагибать, слушайте. Блин, а если оно начнет взрываться, а? Это же просто жесть. Во, я же говорил, что, блин. Как начнет взрываться, меня будет коцать. Чуть не взял. Так, хорошо. Дверьку пока не будем трогать. Тут у нас босс. Да, мозги вроде тоже взрываются, я вообще не могу понять. Все взрывается. Итак, где у нас комната? Я не знаю, где комната, но... Также у нас нет... бомб. Поэтому просто идем к боссу.
Хотя, вы знаете, можно открыть и, возможно, купим. Смотрите, тут мои монетки сохранились. То есть я 4 штуки туда вбросил. Какой-то бумеранг или что это такое? Это скилл. Давайте. Гарди младший. Бумеранг, который взрывается. Так, успокойся, успокойся, говорю. Так, пилюли. Много пилюль, да? Телепорт. Тирсап, отлично. Спидаун нет. Тирсдаун, ой, боже мой. Мне повезло. Может быть, залетим в секретную комнату? Так, спокуха, спокуха. Смотрите, у нас есть бумеранг. Насколько я понял, он взрывается. Нет. Смотрите, он даже сам заряжается. И не взрывается, странно. Ну ладно, у нас бомбы нет, поэтому что думать, давайте дальше идти. А что это за часики перемещаются? Странно. Очень странно и непонятно. Большая комната, давайте. Вау. Что-то нехорошее. Летающая жопа. Сколько можно тебя бить? Сейчас она сама взорвется. Без понятия, ребят, я не знаю что-то. А давайте проверим вот специально. Юзнул. Да. То есть батарейка просто лежит, вы ее можете взять, да, и потом зарядиться. Ну, то есть не потом, а сразу же. Как вы ее только взяли. Ох, твари. Pretty Fly. Шикардос. Ого, смотрите, бумеранг еще в камень станет. Или ставит, или станет. Наверное, станет, потому что только на время. Блин, круто. Реально круто. Так, первая карта Таро. По-моему, две хилки, да? А, нет. Разные, разные. Действительно разные. Блин, я так стремаюсь, чтобы ничего не взорвалось у меня под носом. Что у нас тут? Окей. Спокойно.
Но я даже не знаю, как достать эту бомбу, чтобы не взорвать ее. Хорошо. Кто это такой? Тролль-бомба еще. Воу. Как-то он скользит, как будто. Так, хорошо. Я думаю, вот тут есть секретик слева. Так, а с этого чувака можно выбить хилку, а? Угу. Так, Воу, блин, да что такое? Так, это мы использовали страницу. Блин, это нехорошо. Я сам себя коцаю. Спокойно. Вау. Как раз два ключа. Хп ап, спид даун. А дальше не прочитал. Хорошо. Нужна хилка. Я очень медленно двигаюсь. Очень медленно. Это у нас, по идее, Библия, да? Да. Смотрите, я могу камни разбивать. Ой, нет. Я не хотел этого делать. А что будет, если вот так поставить бомбу? Твою мать, пауков не хватало. По идее, Библия мамку убьет, да? С одного раза. Вау! Есть. Хорошо. Давайте дальше. Босс. Давай мне хилки. Монетки. Давай с тобой сыграем тогда. Воу, блин. Что происходит? По идее, мозги дотронулись до мошки, да? Воу.
Мега Фетти. А у меня крутые крылышка. Прикол в том, что я не знаю его анимации. Твою мать. Сдохни. Да дохни давай уже. Маленького чаби открыли. Котик, успокойся. Ага, поплачь. Так, ну это на скорость. Ну, я думаю, что можно дальше, да? Так. Давайте сюда. Воу, какого хрена? Какого хрена тут босс? Так, это, по-моему, на ключи я взял, да? Да, смотрите, можно. Хорошо, будем знать, что у нас есть на ключи. Смотри, какой живучий. Херась, они стреляют. Еще не убил. Жесть. Давайте сюда. Блин, да я сам себя коцую. Это не прикольно. Комната с шипами. Ну, точнее, ну, вы поняли, дверь. Так, где у нас может быть секрет? Большая какашка! Воу! Говняшки большие! А с больших потом еще и маленькие. Какашули. Я не хочу умирать. Во, куча ачивок сразу получил.
Твою мать, их можно убить. Жесть, просто жесть. Это рыцари или как их там зовут? Мобы. Теперь они еще и летают, это вообще жесть. То есть в заднюю часть нужно их бить. Ах, обалдеть. Походу нет. Или я неправильно поставил. Или же тут. М-м. Странно. А, вот на ключе, это на бомбы, да? Да. Перепутал. Ну да. Просто взорвался суицидник какой-то. Хорошо, ребят, я думаю, мы на этом закончим. Вот такая вот серия получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте ваши пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Бабкин. Всего вам хорошего. Покеда.